Народ наконец-то за 3 злотые краковский бублик взяли с маком, последние 2. Вот в таком киосочке, смотрите, там уже почти полупустой, заканчивается. Да, девушки с маком, хотим с маком? Да. Мы забрали последний с маком. Еще есть сезам, соль и что-то еще, да? Идем. Мы с гуликами, нам не страшно, поэтому идем куда захотим. Гуляем с вами. Смотрите, что за 8 злотых мы купили. Напиточек, и смотрите, с каким цветочком. Вообще прикольно. Запрещенка, запрещенка. Запрещенка. Я себе водичку взяла, Наташа такая. Ой, начинается. А я хочу. У нас вот обе водичку, это. Типа, а я как всегда. А я хочу вот это. Ой, вот. Тут мята. В таком ли? Магазинчике с жабка называется. С лимонкой и мятою. Лимонка? Слушай, ну вообще супер. Это буду я так понимаю, как сувенир в Украину везти не стоит. Ой, я тебя умоляю. Народ, смотрите, просто сегодня какие-то гуси нам постоянно попадаются. Сейчас просто полный киоск гусей. То они продаются, причем здоровые такие, то у мужиков они на каких-то рюкзаках висят и на этих, и на чемоданах едут. Я уже говорю, может, мы что-то не знаем. Что за гуси? Что они такие? Не кусаются же нормально. А, это как не знаю, сюда положить, что может, рюкзачки какие-то. Маленькие гуси есть, большие. Что с гусями связано, да? Гуси спасли Рим, правильно же, не Краков. Краков спас трубач, который получил потом, к сожалению, стрелу в горло. А, он еще и это, смотри, 50 сантиметров, то, что, добрый день, 40 злотых, 110 сантиметров 90 злотых. Зачем эти гуси? Кто-нибудь, расскажите мне. Не что я не знаю. Вот мужчина тоже гусей. А это день гусей сегодня? Мы первый раз бачимо такие стики гусей тут. Они не пищат? Нет? Мне жалко. Я люблю пищачного гуся. Ты какой-то странный. Лети, лети, утя, лети. Утя, лети, лети. С хвостиком. Прикольные гуси. Не, ну если бы пищали, бы я тебе точно подарила. Дякую. Метр 10. 90 злотых не пожалела. Я в морозовый. Я хочу приятного мороза. Кстати, эти звуки в Кракове постоянно. Я не знаю, что у них случается. Постоянно. И в прошлом году тоже. То пожарная, то милиция, то скорая. Но я надеюсь, что все здесь хорошо. Может, просто что-то тренировочное. Но постоянно сигналки, сирены. А, кстати, вот уже мы подходим близко к Мариинскому дворцу. Выходим в центр. Ой, к Мариинскому. К какому? Мариадский? Мариадскому, да. Мариинский, да. У нас в Киеве парк. Скучаем по Киеву, но, наверное, скоро там уже будем. Вот мы уже вышли на главную площадь, да? Рынкова площадь. Старый рынок. Уже столько показали. На Мариадском дворце вверху побывали с вами. Ой, мне сподобалось так наверху. Классно, сколько мы шли. Так, о, тяжело, тяжело. А потом такая краса. И дождь, да? Да, и дождь был. Вот здесь 3.30 бублики. Видите, уже мы уже в центре, уже дороже все. Сейчас мы хотим подойти в суконные ряды. Купить еще пару сувенирчиков, они запомнились с прошлого раза. И нам, и нашим друзьям. Ну, покажем, вы с нами. Вот такая главная площадь Кракова. Если вы забыли, есть плейлист Краков. Мы там просто очень много всего показали. Наверное, мы в Кракове все сняли, что можно. Да не, я практически думаю, все. Еще что смотреть, но... Как это мы ставим? Адамас Горностаев. Мы не были в музее Черторышских. Адамас Горностаев мы не показывали. Потом мы были в музее под землей здесь. Да, и нам тут не понравилось. Хороший опыт, да, мы вам показали, но нет никакого смысла туда ходить. Нет, для нас нет смысла. Для нас кому-то это... И вот он, вход на суконный рынок. То есть вот это вот все, суконные ряды, суконный рынок. По-моему, 2 или 3 видео мы с вами делали. Это прекрасное, хотел сказать, колье. Эти бусики симпатичные. Мне они так нравятся. Мы купили здесь, на суконном рынке. И сейчас мы хотим еще купить красные коралловые браслеты. Мы их уже покупали, помните?
А там тот музей, куда нас не пустили. Ладно, давайте быстро с вами выглянем. Суконный рынок, суконные ряды. Давайте, ладно, быстро глянем, что там. Но мне кажется, просто, так как воскресенье и закрытие европейских игр, наверное, песни и пляски. Да, всякое представление, громкая музыка. Музей, куда нас не пустили два раза, но мы туда уже и не очень хотим. Что там происходит? Все, возвращаемся. Наташа даже и не ходила. Так, я помню, что коралловые браслеты были вот по той стороне. Помните, мы купили много в подарок, когда искали Наташу бусики. Вот там вот. Сейчас мы хотим пройтись и купить еще парочку на сувениры. Все ищем, смотрим. Много всего, конечно же, дракончики, магниты. По 10 злотых всего. Ничего, что на вокзале сегодня был один магнит 24 злотых. О, мальчик с гусем снова. Что у них за день за гуся сегодня? Что это такое интересное? Дракошки вавельские, помните? Ну, снова повторюсь, есть плейлист Краков, и там просто все. Уже показывать, рассказывать по 20-му разу нет смысла. Маленький, нет, червой, лай коралл. Да, коралл, держи. Маленький і біляних. Це, да. Ми хочемо більш червоного. О, вот эти прикольные. А ну, смотрите. А ну. Какой-то более вот маленький хочется. Все, ми кораліки вибираємо, да? Ну, ще неізвісно, це... Ну, як, ми думаємо, що це не корал. Потому что сейчас что-то придумали, какую-то водоросль. Это тоже органика, но ее красят, но это уже не коралл. Ну, у тебя немножко твои кораллы уже вот такого, да, вот цвета, такого... да? Хотя не, они у меня побелели. Вот такого цвета у меня и немножко краска стерлась. Ну да. Это тебе? На подарок. Как будет всем смотреться. Ну, неплохо. Можно синий снимать иногда, можно не снимать. Прикольно, да? Да. Вот два тогда. Так, есть еще кино. Тики два. Ну, все, берем два, да, вот эти? Разом, что особо? Не разом. На подарунки. Добра. 46. Карту. А, карту можно? Можем карточкой или разменять деньги. Ну, думай, что тебе это... Нет, кэш. Okay. Разменяем деньги, потому что... Все равно отдавать. Да, все. Я Гарри здесь. Может, я что-то себе еще хочу? Так, шестка, так? Ну, посмотри себе что-то. Наташа любит всякие такие штучки. Да у меня уже столько штучек, что... Она, знаешь, как болезнь якась. И это хочется, и это хочется. А ну зараз, я щось это выключу, сейчас собі подивлюсь. Ну вот такое. Ну что это? Что это? Ну вот кольцо такое. Бачишь? Ну типа под сапфир или синее. Оно синее, темно-синее, с такими пупырушками. Посмотри, вот это вот. Это как топаз, вот это вот синее, левее которое. Вот это синее. А вот там вот какой-то такой... 275, так чтобы не отсвечивало, очень сложно. 275 со скидки. Это дорого. Смотри, $100 это 397. 275 чуть меньше. Это больше, чем $100. Больше, чем 50. Нет, больше, чем $50. $100 397. Просто мы там сейчас вам напишем в субтитрах, но сами-то мы не понимаем, просто сколько это. Ну, давайте. Все, Наташа, любитель колец, смотрит красоту. Это серебро? Не знаю. Там все мамы выставлены уже в моменте. Все как чернено. А что это такое? Честно, это расскажу. А, малое. Ой, оно малое мне. Ты я хотела вот на про это говорила? Да, вот это кольцо. Ну вот это, либо вот это. Ну да, про вот это. Такие красивые вставочки, мне кажется, это золотые вставки. Не знаю. Вот все равно не налазит. Не, как-то вот... Пальцы чуть-чуть припухли от жара. Не знаю. А подожди, а тот же размер должен быть? О, 13-й. Как это 13-й? 13-й мне маленький, мне надо...
17 где-то, да. Я помню, 17,5. 15. О, 15, но это не 15. Нет, что-то не нравится. Но оно оригинальное, очень, очень, да? Оно классное, но оно очень... Камень такой блекленький, вот этот синий классный. Вот этот вот, да? Нет, вот мне это, вот это нравится. Вот, это нравится. Вот такие эти камни. А, как под сапфир. Не очень. Ну, не, я не так. Ну, в камеру классно, а честно, камера сейчас немножко приукрашает. Да? Угу. Немножко приукрасила. Так, очень оригинальные эти губочки сделаны, серебро. Я не знаю. Это серебро, черненое серебро. 370, зато да. Почти $100. Ага. То есть топаз. Маленькая. А це ж? А то те ж топаз. То есть топаз. А це? То шафір. Сапфір. Сапфір? Сапфір. Ну, сапфір класний, звісно. А мені от це подобається. Да? Да. Це, знаєш, як Лондон топаз. Його, звичайно, не насунеш на палець, якщо постаратися. Що-що? Не насунеш на палець? Ні, воно маленьке. Ти що? Ну, куди? Воно маленьке. То помнится на Шри-Ланке, я подошла, говорю, Наташа, ну давай насовывай. Она стоит расстроена, что кольцо не налазит. Насунулась. Красиво. Ну что, народ, выбрали бы себе что-то интересно? Да, конечно. Конечно, выбрали. Конечно, посмотрели бы. Видите, мы этот киоск любим. Такие прикольные здесь вещи, не первый раз здесь покупаем уже. Продавец классная. Смотрите, кого мы здесь нашли. Страшных сатиров. И улицу называется? Дзельница. Нет, ты не права. Дзельница, я тоже думала, это улица. Вон улица, площадь. Короче, на этой площади в Жишкич и есть то мороженое, про которое Наташа рассказывала. Я надеюсь, что оно там есть еще. Вот, мы ходили, искали. До центра отойти немножко в сторону и нашли. Что-то от центра отходи, не отходи, везде красота. Консони здесь. Вот, тут какое-то супер мороженое с розой, да? Наташа не может его забыть. Сейчас посмотрим, да, есть ли оно. О, розами, да. Вот это вот и мороженое. И малиновое, я понимаю. И малиновое. Просто класс. А что я буду? Не знаю. Я не знаю. Цитриновое есть, ванильное. И шоколад. Я хочу мяту с шоколадом. Нету? Мое любимое мороженое. Баскин Робинс. Тогда вот это буду. Бакалево. Я не знаю. Его никто не ест. Да? Подозрительно. Зато Кавес это ест. Йогурты. День добрый. А вот это вот что-то такое, слово карамель. Не, я хочу... Народ, сейчас определимся и включимся. Вот это розовый. И сели мы в этой кафешечке. Покажи и расскажи, Наташа. Ну что, действительно, ну, вот это малинка. Малина и роза? А, нет, внизу у меня роза. Я должна съесть малинку, а потом у меня будет роза. Я нигде не видела, что стоит. Сколько оно стоит? А ты меня спрашиваешь? Не знаю. Сейчас я вернусь. Мы не знаем, сколько это стоит. По-моему, 7,50 вот такой маленький. Я взяла вот это вот... Бакалею, я не знаю, что это. Сейчас попробую вместе с вами. Тут и соки есть. И более крепкие напитки, кому надо. Мужчина кофе пьет. Приятная, классная кафешка. Название Консони. Консони. Вот это стоит 1 злотый. Обыкновенное мороженое 7. Это вот мое 7 чи 7,50. Какое-то луксори, чешулаксори. Я не поняла, за 8,50 или за 8. Ага. Что это значит? Я не... Попробуй еще мое мороженое. Так что это? Я не знаю, что это. Я тебе говорю попробовать, конечно, попробуй. Это с изюмом. А что именно с изюмом? Это шоколад. А вот изюм, уже какая смачная. Вот так вот. А чего никто не берет? Возвращайте мороженое, я уже беспокоюсь. Ого, ты кусок отъела, женщина. Не жадничай, я чувствую. Так, сейчас я попробую. Слушай, реально, это малиновое вкусно. Вкусно. Классное мороженое. Не знаю, крем-брюле, по-моему. Скажи мне. Шоколад и изюм. Оно как шербет, но это не шербет. Это не шербет, это не шербет. Но оно и не сладкое такое, да, не приторное. Очень вкусно, смачное. Народ, в Польше мороженое попробовать надо. Наташа хочет рассказать про розовое мороженое. Ай, это вредно. Очень вкусное, в том плане, что оно не химическое, а как реально розовая вода, и сладкое, и не сладкое одновременно, такое вкусное. Я так смотрю, вот это темненькое, это малиновое. Я попробовала, действительно, как розовая вода. И нет там такого вот ни молочности, ничего. Ну, очень вкусно. Я нигде не видела, что было с розой.
А тут только вот я не видела здесь. Ну вот и ну, запомнила, мере, мы пришли. Да. Вот да, так да. Еще прикольные сахарки есть. Мне вот очень хотела именно это мороженое. Консони. Консони. Угу. Так что если заходите кто любит в розовое мороженое. Кстати, людей очень много заходит. Угу. Девочки не сидят. И на вынос, и пирожки, и вообще все есть. Очень много людей с собой берет, видимо, знают. Все розовое вообще класс. Так что да, вкусно.